Всем привет! Новый обзор на старую игрушку. Игра называется Bad Piggies. Плохие свиньи. От разработчиков игры Angry Birds. Ну, что сказать про Angry Birds, да, я никогда не был поклонником этой игры, этой серии игры, хотя я в нее играл, проходил там пару миров. Но вот именно об этой игре, да, Bad Piggies, я узнал совсем недавно. Оказывается, это игра 2012 года. Но узнал о ней недавно. Я случайно на Ютубе, да, там рекомендованные бывают показывают. Там был видос Америкоса. Зашел, смотрю, что там какую-то игру играют. Опа! Начало смотрю. Что-то так сильно похоже на Angry Birds. Странно, странно. Думаю, сейчас ему репорт кинуть. Ну ладно. И вот такими вот темпами все-таки я решил скачать ее и сделать на нее обзор. Не обзор, а прохождение. Прохождение игры с самого начала до самого конца. Сразу скажу, что я посмотрел вики, что это за игра, описание. И знаю, что есть вторая часть. Ну то, будет уже потом. Заметьте, я выключаю в игре звук. Почему? Именно из-за музыки, потому что здесь нельзя отдельно выключить музыку. А если я буду записывать с музыкой, то YouTube, он любит давать страйки. Поэтому мне это не надо. Начнем мы с первой миссии. Я уж попробовал пару миссий пройти. Будем проходить, и я буду рассказывать, что да как. То есть я видел максимум первые три миссии. Дальше я не знаю, что нас ждет. Но вот первая миссия водная. То есть, видите, можно приближать, удалять, смотреть всю карту. Что нам нужно сделать? Именно в первых миссиях нам нужно, вот, видите, значки. Нам нужно доставить нашего человечка к финишу. То есть мы играем за свинью. И подобрать сюрприз. Давайте мы это сделаем. То есть, видите, у нас кубики. Мы должны собрать конструкцию. Вот она, внизу доступный материал. Например, берем свинью, ставим ее и прибавляем ей колеса. Например, вот так вот. Это моя любимая конструкция начальная. Жмем и поехали. Бу-у-у! Я автор этой конструкции, называется Мота. Все. Ну, само собой, первая миссия самая легкая, а потом будет сложнее. Идем дальше. То есть получили 3 звезды. Само собой, наша задача в каждой миссии получить 3 звезды в идеале. Так, теперь у нас здесь побольше. Кстати, заметьте, эта конструкция сохраняется и в другой миссии. Но мы можем ее разобрать полностью. А можем и нет. То есть у нас есть вот сама свинья, потом контейнер, да, колеса и эта фигня. Эта фигня позволяет управлять машиной. Видите, я жму. И вверху справа, заметьте, да, там время идет. То есть теперь это все на время. Видите, одна звезда финиш, одна звезда плюшка, посередине плюшка, да, и третья звезда время. Все, прошли мы. Ну, само собой, в таких играх, да, вначале все легко. Теперь самое главное, еще особенное, что не обязательно все сделать за один заход. То есть не обязательно поехать, взять плюшку, потом успеть по времени на финиш. Нет. Можно разделить пополам, то есть сначала поехать, взять плюшку и приехать на финиш, только так засчитается плюшка. Потом поехать и просто приехать на финиш по времени, вот и все. Здесь уже конструкция собрана, это моя конструкция, которая сохранилась, да. Ну вот такая вот у нас конструкция, потому что я играл в игру первые три уровня, да, это вот третий уровень. Ну поехали, то есть сначала мы поедем, заберем просто плюшку, вот так вот, аккуратненько, и приедем на финиш, чтобы она засчиталась. Видите, справа вверху время просрочено, потому что мы никак не успеем сделать одновременно. Окей. Все. Сейчас будут вот 3 звезды. Угу. Но мы еще не выходим, да, потому что я уже прошел, мы еще раз делаем. Теперь, смотрите, мы взяли плюшку, мы сделали первое. Теперь делаем второе. Теперь нужно просто по времени приехать на финиш. То есть делаем так и поехали на финиш. Вот вверху у нас справа время. Давай, братюня, давай. Что-то как-то не очень. Сразу делаем рестарт. Нет, плохо, еще раз. Нет. Просто видите, он показывает звездочки, потому что я уже проходил, но это не считается. А нужно все равно успеть по времени. Давай, я уже понял. Хорошо, делаем конструкцию, чтобы мы успели точно. Делаем так. Как же нам сделать? Нам нужно будет только в одну сторону ехать. Вот так. А если вот так попробовать? Поехали, братюня, давай. У-ху! Че, успели по времени? Давай!
Нет, немножечко не успел. Ну блин, что ж такое? Давайте тогда сделаем вот так и вот так. Мото, мото-йота. Давай, детка, давай, поехали. Ну чуть-чуть не успевай, да что ж такое? Ладно, да, если мы сделаем вот так, это уберем. Ну вот так хотя бы попробуем, ладно, поменьше ее сделаем. Здесь опять же, в этой игре, само собой, есть физика. Физика, химия, давай, о, успели, видали? Еще 3 секунды осталось. Все, миссия пройдена. Теперь что будет дальше, я не знаю. Но нам нужно пройти все, от начала до конца. Все, let's go дальше. Окей, Здесь, видите, да, здесь нету конструкции, здесь только надо ставить человечка. Ну, давайте попробуем. Ну, в принципе, это легкая миссия. Ну, начальные миссии, они легкие, да. Ой, видали, да? Я не прошел, кстати. Не прошел, я времени уложился. Ну, давайте еще раз. А теперь мы просто можем не поднимать плюшку эту, да, а сразу по времени уложиться. Давай, так получится? Опа, вот, так получилось. Нет, не получилось. Ладно, интересно. Ну-ка, если вот так. Опа. Все, прошли, отлично. Хорошо. Нужно как можно быстрее все пройти. Вентилятор, да. Ага, то есть нам нужно взять это и прийти на финиш. Здесь, кстати, времени нет, смотрите, да? Здесь без времени, здесь надо 2 плюшки взять. Первая, вторая и финиш. Хорошо. Так, пробуем сделать вот так. Вот так. Ну и вот так. А больше смысла нет. Ну и так можно пробовать. Хотя смысла нет, но ладно. Я вот не знаю, здесь есть горячая клавиша или нет. Ой, как тяжело ему. Нет, что-то ему тяжело, реально. Давай, братюня, давай. Нам нужно доехать до этой фигни. Ну-ка, если мы сделаем вот так. Это уберем, а это вот так поставим. А, я, наверное, зря жму много раз на кнопку. Подожди, да я туплю. А, это надо один раз жать. А я что-то много раз жму. Надо жать, короче, один раз, оказывается. Да уберись. Все, сейчас мы сделаем. Ничего сложного в этом нет. Просто я жал много раз, а нужно один раз. Ну, давай, гоу. Да, вот, все. Ну ладно, я не знал. И нам нужно остановиться и поехать обратно, по идее. Давай, братюня, давай. Ну, вот такими темпами давайте мы прочитаем книгу «Война и мир». Пару томов прочитаем. Давай быстрее. И чё? Ага. Не получилось, ладно. Скорее всего, нам нужен будет перевес. Ну-ка, если мы сделаем вот так. Во! Во, другое дело. Не, что-то не хочет ехать. А, ну вот так, наверное, все просто. Блин, почти прошли. Надо было сделать вот так вот и посадить свинью на самый конец. Все, понятно. Давайте тогда сразу сделаем. Все. В принципе, ничего сложного нету. Поехали, давай, братюня, давай. То есть мы сделали перевес, чтобы он покатился вниз. А теперь вниз. Все должно быть получиться. Давай. Быстрее. Или потом будет сложнее миссии. Сложнее. Давай. Да вы чего гоните? А, вот все. Пукс. То есть, заметьте, не обязательно, чтобы у финиша, да, у вас сохранился транспорт. Какая-то фигня. Че такое? Ладно. То есть, даже если сломается транспорт, без разницы вообще. Главное, чтобы ваша свиноматка, да, прилетела на финиш. Хорошо! А, без вентилятора, странно. А зачем поставили вентилятор? А там какая-то плюшка. Во, я могу двигать, да? Хм, интересно, без вентилятора и на время, да? Хорошо, тогда нам нужен противовес. А если мы сделаем так, мы сначала возьмем плюшку, давайте, да? Плюшку возьмем. Сделаем мое любимое мото. Мото-йота. Вау!
Давай, братюня, поехали. Окей. О, это типа секретка, да? Ладно, я не знал, будем знать. Все, взяли мы секретку. Теперь нам нужно сделать следующее. Написано, что нельзя использовать, как я понял, скорее всего, так это и обозначает, правильно? Что не использовать вентилятор. Хотя зачем его добавили? Скорее всего, его добавили для двух звезд. А чтобы сделать три, нужно делать вот так и вот так. Нет, нам нужно делать все сюда, чтобы был противовес, правильно? Чтобы стоять на склоне. Давай, братюня, физика. Физика, шмизика. Вау, поехала машина. Охо, о! Ну все идеально, он профессионал своего дела. Давайте мне три звезды. Все, отлично. Три звезды. Let's go. Что у нас здесь? А там ничего у нас нету? Интересно, для чего это сделали? Давайте попробуем сначала туда-то заехать. Просто проверка, мне интересно, вдруг там что-нибудь есть, хотя не факт. А если без него ехать? А, нельзя без него ехать. Ну ладно. Нет, туда заехать нельзя. Ладно. Хорошо. Если мы поставим вот так. Ну просто ради интереса, ради проверки, что нас ждет впереди. А так, а что здесь требуется-то, я забыл. Ну и чё? А, нам нужно, чтобы наша машинка не развалилась. Чтобы она не развалилась, по-моему, она должна быть большая. Большая машина. Два вентилятора? Это типа, что он не поедет обратно? Как интересно, да? Понятно. Да убери ты эту шляпу! То есть нам нужно делать так, чтобы... Все понятно. То есть второй вентилятор нужен, чтобы остановить эту шляпу. Я понял, давайте попробуем. То, чтобы она не доехала до динамита. Вау. Давай, братчины, давай. Ладно, почти. Ну, все правильно. Давай еще раз. Можно было только свинью пересадить. А давай сразу пересадим. Смысл, потому что нету так. Чтобы вес был сзаду, да? Ну, вы поняли. Ай, так, сейчас, секунду. Все, я обратку. Ой, отвлекся. Все, это в принципе легко, еще раз. Поехали, немножечко так. И где-нибудь здесь обрубаем уже обратку. Надо было... Все, понятно, надо было остановить. Ну, я просто не играл до этого, ладно. Сначала надо сделать вот так, потом вот так, и остановить надо было. Ладно, все нормально, поехали. Так еще и на время, ёлки-палки, какое время. Какое время? Фух, да, что-то я про время-то забыл. Время, значит. Тогда попробуем убрать, потому что у нас тяжелая технология. Попробуем так. Давай, братюня. Врубаем другую часть. Что-то как-то она не очень вроде, нет? Что она не едет? Даже так. Ну-ка, если мы попробуем вот так. Так можно сделать? Нет, так что он не хочет вообще ехать. Так, интересно, на время. Так у нас не получится, давайте поставим вот так. Здесь только если свинью пересаживать на время. Давайте попробуем тогда вот так, на время. Еще раз. Давай, братюня, вырубаем другой. Давай, ну как же, офигеть, как долго-то, нет. А давайте, чтобы вас не мучить, я сейчас буду думать, потом перемотаю.
Тан-тан-тан-тан! Три звезды! О боже, три звезды! Ладно, пробуем. Сейчас я прошел, да, если вы не поняли. Пробуем еще раз, чтобы при вас. Так, так, поехали. Бух! Нет? Блин, ладно, еще раз. Почему так получилось-то, интересно? Или это рандомно? Вау! Это, наверное, случайно получилось. Ну что ж такое невезучий? Вот давай, сейчас должно получиться. Ну... Нет, это реально, это рандомно. Ну, по-моему, так тогда. Вот так делаем и вырубим. Нет. Сейчас сделаем. Я только что сделал. Ну, что, я врать, что ли, буду? Давай, братюня, давай. Ну, он должен именно взорваться и как-то вниз поехать. Вот. Засчитает, да? Ну, почти. Или засчитали? Не, подождите, не засчитали. Нет, нет, нет. Нет, мне нужно, чтобы было все честно. Ну-ка, еще раз. Каждая секунда прям решает. Сделаем вот так. О, смотрите, давай, давай, давай. Все, отлично. Все, я приехал на 50 секунд раньше. Так что продолжаем дальше. Фух, так, что у нас здесь? А? Шо? Шо, простите? Ой, что такое? Кстати, какие-то способности, да, но я еще ни одной не видел. Потом, наверное, появится. А здесь вообще покупать можно? А, это вот поиск, да? Интересно, ну-ка, это что такое? А, никакого смысла нету. Что нам требуется? Так, плюшек нету, офигеть здесь есть. А, так еще и без этой фигни ехать. А зачем тогда вы ее выкладываете? Выкиньте ее. Давайте сделаем нашу любимую технологию. О, а если мы сделаем вот так? Новая технология, 21 век на дворе. Прикольно, вау. Неужели это так легко? Вау! Я не прошел, да, получается? Угу. А что мы здесь делаем эту фигню? Прикольно. Он сломался из-за скорости, да? Вот видите вот этот крэк? Вот что это значит, интересно, крэк? А, так у нас ничего больше нету. Ну ладно, если вот так. Ну, ничего сложного нет, кстати говоря, ничего сложного. То есть, просто пару вариантов перепробовать. Во, о, а? Чуете, да? О, о, все, я прошел, отлично. Давайте мне три звезды, два. Так, подождите, он мне не дал третью. Знаете, что такое третья звезда, вот этот крэк? Да, это именно удар, то есть, когда он ударяется. Странно, странно. Ну-ка, попробуем еще раз. Давай, братюня, прыгни. Нет. То есть мы все сделаем... О, прошел крэк. Ну-ка, засчитает, нет? Давай, давай. Да ладно, не засчитали немножко. Да что за бред? Вы видели? Ну, смотрим. Слушай, здесь опять же есть такой шанс удачи, да? То есть чисто от удачи зависит. Каждый раз по-разному. Вы видели? Не было крэка, да? О, крэк! Ну блин, ну чё он дальше не зашел? Тупая свиноматка. Ладно, еще раз. Давай, пиу-пиу-пиу-пиу. Думаю такой, что меня ждет? Вау! Пукс! Пау-пау! Пау! Все, грандиозно. То есть вы можете сделать одну конструкцию? Да что такое? Что-то ему не нравится. Рэп Слаб. То есть, наверное, мы еще должны доехать до финиша. Мы должны прыгнуть, хрустнуть, да, крэк? И доехать до финиша. А если вообще фигню убрать? Интересно. Ну да, то есть это не будет считаться, потому что... Мы вылетели, правильно?
Давай, давай. Ну и что, зачитает или нет? Ладно, все, я буду пробовать, потом покажу. Что-то как-то странно. Почему-то сейчас получилось. Хотя, видимо, я что-то не понимаю. Ну ладно. Такая конструкция у меня. Но она уже у нас была. Я говорю, здесь опять же от удачи зависит. Пробуем еще раз. Опа. Хорошая конструкция, кстати. Мяу. Опа, опа, опа. Все, зачитали. Сразу она была. Отлично. Ну, let's go. Что у нас здесь? Смотрим сразу плюшки. Плюшки есть. Есть плюшки. Поэтому сначала подбираем плюшку. Это... О! Опять новый предмет. Так, этот предмет можно использовать, да? Ну ладно, смотрите. Мы не братью, не смотрите. И что это такое? Ой. Так, подождите, его крутить можно? Ага. Не, я говорю, я обожаю эту игру. Вот. Великолепно. Ну-ка, и что это? Прикольно. Что-то перехвалил я игру. А если мы здесь еще одну сделаем? Нет. О, смотрите. Реально получилось. На. Да. Вторая плюшка из 45. Да вы о чем? Мы будем, не знаю, годами проходить. Хорошо. Все это мы сделали. Теперь нам нужно на время приехать к финишу забрать плюшку. Он далеко-то. А где плюшка? Тогда да, нам нужно будет две штуки. То есть нам нужно будет ехать и вперед, и взад, извиняюсь за выражение. Вот так. И вот так. Нам нужно делать так, по идее, как. А время это сразу пойдет? Нет, время, видите, начинается, когда мы используем. Ой, извентиляюсь. Убирайся отсюда, извентиляюсь. Нет, вот так вот. Ага. Давай, братюня, поехали. Давай. Нет, почти. Перевесило, да? Ах ты дрянь. Ну ладно, сделаем тогда вот так и вот так. Люблю я эту свиноматку. Ой. Вау! Не, прикольно. Так, еще раз, подождите. Нам нужна вот эта сторона. Опять я неправильно сделал. Что ж такое? Вот, все, let's go. Давай, детка, поехали. И в обратку. Давай, 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 наяривай. О, как долго-то, а? Подождите, мы сейчас все правильно сделали. То есть мы взяли плюшку и приехали к финишу. То есть мы все правильно сделали. То есть теперь нам не нужно брать плюшку. Она у нас уже есть, видите? Теперь мы строим конструкцию только для финиша. Вы чуете, да? Поэтому можно пробовать сделать вот так вот, вот так вот. Ну-ка, поехали. Пау, давай, братюня. То есть мы строим легкую формочку. О, нет. Как бы нам сделать две? Да я понял, убирайтесь, убирайся, давай. Как же нам сделать тогда по-другому? Был бы еще вверху слой, а слоя нет. Это никуда не поставится. И что это, простите меня? Ну-ка, еще раз. Ну-ка, если сразу две. По! О, смотрите! О-о-о! Давай, поехали, братюня! Нет, не поехали. Ну-ка, если вот это. Пау! Не, физика, конечно, здесь рулит. Хорошо. Так, так она не хочет. А если вот так, просто тупо. Пау! Да, прошли, можно было сделать еще умнее. Надо было его пересадить в другую часть, вот сюда вот, чтобы перевес был. Все, отлично, гол. Что-то слишком легкая игра, просто у меня IQ около 250 тысяч. Смотрим, плюшку забрать. Так, как ее забрать? Там же здесь что-то новое есть, правильно? Это, наверное, полет, как я понимаю. Ой, нифига, я одним махом. По идее, это полет, потому что это плюшка вверху. То есть сначала мы забираем плюшку, строим конструкцию для плюшки. Не, офигенная игра, реально, смотрите. То есть сначала нам нужно просто доехать до туда. Нужно делать вот так вот. То есть ехать и взлет, по идее. Правильно, если я понимаю, если это взлет.
Поехали и взлет. Ой, извиняюсь, что-то как-то так страшно. Вот так тогда, вот так, вот так, вот так и вот так. Да, и взлет. Не, офигеть просто, уматная игра, реально. Вау, сейчас они, видите, не будут ломаться. И где надо, там я делаю. Ладно, хорошо, уговорило. Вот так, вот тогда. Дубль 848. Давай, детка, живи, живи. Вот. И полетели. Все. Ну, немного не так. Толчок. О, а можно так сделать? Точно, смотрите. По идее, чтобы он прям хорошо взлетел, надо поставить вот так, как я понимаю. Он же, по-моему... Ой, нет, что-то это не очень. И полетели сразу, давай. А если мы вообще с самого начала взлетим и по это и поедем? Вау, поехали, вау. Да, наш перевес у него идет. Ну давай, детка, давай, просто едь. Окей, окей. Вот так, вот так, вот так. Чтобы не ломалось, правильно? Попробуем вот так. Ну, сами понимаете, новые технологии, да, требуются. Обучение, опыт. Давай, давай. Пока он просто не может тупо заехать на гору. Пробуем тогда вот так и вот так. Давай, на гору или на гору? На гору, на гору, давай на гору, поехали. И вверх полетели. Что у нас еще есть? А если мы сделаем вот так и вот так? Как вариант, смотрите. Прикольно. Уау. Давай же, не хватает скорости. Ладно. Ваша любимая перемотка. Все для вас. Фух, да. Нелегкое занятие. Ладно, я прошел, но мы должны пройти вместе с вами. Правильно? Хотя... Ну ладно, вместе с вами. Сначала нам нужно что сделать? Сначала нам нужно взять эту плюшку, правильно? Так, дайте вот так. Взять плюшку, приехать на финиш. Так, так мы это, выполним первую часть. А вторая часть, надо будет просто уложиться в время. Ну, нелегкая миссия, я пробовал разные раскачки. Пробуем тогда вот так. Раз. Мне точно не получится с первого раза. Ой, извиняюсь. Здесь надо очень много учитывать, видите? Там, в каком моменте надо взрывать бутылку. Давай, давай. Не смешно. Ладно, поехали еще раз. Раз. Два. Нет, не хватает скорости. Не нравится мне скорость. Раз. Два. Почти. Короче, нужно как-нибудь краем зацепить. Я не знаю, конечно, может быть, если получше, это машина, нежели моя. А, все, молодец. А до конца не доехал, да? Ну ладно, давайте еще раз тогда. Почти, почти, оп. О, как плохо прошел. Ну-ка еще раз, гоу-гоу. Давай, взрывайся. Взрывайся и взрыв. Ну вообще конструкция правильная. Вы сами видели, что я подобрал один раз. Ну-ка, если мы сразу это, я тоже. Почти, но я просто до финиша доехал. Нет, мы должны сделать, чтобы было все честно. Давай, давай, давай. Еще раз, давай, раз. Кончилась бутылка, сразу же вторая и сразу же третья. Нет, она чуть-чуть позже. Давай, раз. Два. Трис. Почти, подотрис. Оп. Ой, 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 это зря я сделал. Да, сейчас сразу сломается конструкция еще раз. Лоедем, набираем обороты. Все. Видели, я подобрал плюшку и пришел на финиш. Теперь на время. Я не увидел, мы успели по времени. Давайте попробуем еще раз. Теперь нам нужно просто поехать по времени. Я вот не помню про время. Да, успели мы до этого? Так, ну-ка, стоп. Ну, со временем здесь все гораздо легче, я думаю. Опа. Перевешивает, да, тварь? Ну ладно.
Опа. Мы, короче, успели по времени, мне интересно. А, почти так. Ладно, не успел. Давайте, давайте, давайте. По времени все равно, я думаю, это легче всего. Ну-ка, если мы уберем это и поставим вот это. Это сломается, да? Да. Если мы... Вот так оно упадет, просто тупо упадет. Да, очень плохо. А у меня колеса больше нету, блин. Как я делаю вот так? Самая бредовая конструкция в мире. Нет, подождите. Мы делаем вот так вот. И он вообще развалится. Ну-ка, вот так. Не, это не сложно, в принципе. Сами понимаете, это не сложно. Так. А я знаю, как можно сделать. А вот так, что... Ой, я забыл, извиняюсь. Знаете, как мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Вот так вот мы попробуем сделать, как вариант. Угу. Заметьте, да, что если мы сделаем просто вот так... Видите, она развалится. Я вот не знал, да, сейчас я узнал, когда делал, да? Но если мы скрепим, например, банка, видите, она скрепляет железками, да? То она уже не развалится, конструкция. Вот, отвалилась, да, другая часть, потому что она ничего не держится. Ну, давайте тоже скрепим ее. Супер торнадо. Вау, бжу, вау. Нет, сейчас попробуем еще раз, но только надо будет нормально. Не падай, пожалуйста. И теперь давай газку подадим. Вау, ну, профессионал. Ну почти, блин. Нет, не считается. Давай. Все должно быть честно тогда. А если мы эту фигню поставим как вариант? Опа. Давай, скорость. Самое главное, набирая скорость на наклоне. Нет, наверное, слишком тяжелая конструкция все же. Мне кажется, должен мотик. Жмотик. А я так делал? Нет, я не помню. Ой, я забыл про свиноматку. Давай. Еще, давай, братюня. Должен. Не, по-любому мотик сможет. Давай еще раз. Так. Пау. Вот так, скорость я набрал. Давай. Не, да что ж такое, Господи Иисусе. Пару секунд не хватает. Даже мотик не может справиться. Не забывайте, что когда вы ставите банки, они тоже влияют на вес. Это вообще самый быстрый вариант. Как я уберу эту фигню, поставлю вот эту. Блин, было бы еще колесо. Нет, это плохой вариант. О, смотрите, стоит. Нет. Так, как же нам сделать? Что ж ты не хочешь нормально ехать? Пау! Ну-ка, так, чё? Почти! Видели, да? Так, интересный вариант. Ну, это интересный. А если сразу все запустить? Не, прикольно, мне нравится. Логическая игра, работает ваш мозг. Слишком сильно, да? Ну ладно, тогда еще раз попробуем. Тогда сначала вот это попробуем. Чтобы просто он проехал, да? А потом дадим газка. Давай, детка, поехали. Ох ты, красавчик, Вася, профессионал, все топовый. Все, мы уложились в время. Let's go дальше. Что у нас здесь? Ой, так быстро было. Ага. Опять две стороны, да? Две стороны медали. Мне не дали. Две стороны. Так, смотри, две стороны, но мы не можем поставить, да? С двух сторон банки. То есть надо будет что-то придумывать. Хотя мне не нужен двух сторон. То есть нам нужно, чтобы мы выехали из старта. Офигеть. Ну попробуем так, ладно, ну-ка. Да. Ладно, а вот так. Поэтому, наверное, наоборот, сначала надо сделать это вот так. Слабенькую банку. Ох!
И ух! А если мы сделаем вот так? Вау, конструкция суперская. Интересно, 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 скажу я вам. Пау. Пау. То есть, по идее, он должен прям сразу же вылететь вперед, да? Так, как же нам сделать-то, чтобы не ударить в грязь лицом, слегонца? Да, вот так. Да, он сразу переворачивается. Что ж ты переворачиваешься, тупица? Ну-ка, если вот так, он еще вперед, да? Нет, смотрите. То есть бутылка тяжелее, ну-ка, если вот так. Подождите-ка. О, нифига, это так можно, что ли? А, нет, нельзя. Да. Так, как же нам придумать-то? Сделаем тогда вот так. О, а, блин. Видите, банки, они не могут бутылки объединять с колесами, жалко. Ну ладно. Вот так колеса не может объединять. Ну, сам такая, давайте попробуем еще раз примитивную. Примитивную машинку, давай. О, давай, примат. Так. Ах ты, тварь. Я думал, ты норм. Вах, ваха, вася. Вот так, вот так и вот так. Не получилось. Так, ладно. Еще раз. Ладно, буду пробовать. Хорошо, давайте попробуем тогда вот так вот. То есть нам, по идее, нужно опять делать два захода в любом случае. Перелетел немножко. Если мы сделаем тогда сразу вот так. Ну, блин, подождите. Нет, переворачивается. Нужно взять, я понял, да, что две бутылки нужны. Вот так вот, и одна, чтобы мы подобрали. Тогда нам нужен противовес, правильно, чтобы было тяжелее. Давайте попробуем тогда вот так. О, почти. Вы чуете, да? Чуете? Ну-ка еще раз. Стоп, 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 блин, а муха. Ну что такое-то, а? Давай, оп. Как же нам сделать? А если мы сделаем вот таким вот образом, как вариант? То есть эта конструкция будет чисто, чтобы подобрать предмет. Блин. Ну что ж такое-то? Давай, давай, давай. Хорошо, можно сделать вот так. И пробовать вот так. То есть можно сделать, надо рассчитать. Тогда вот так. Ну а дальше чё? Блин, а если мы это уберем, поставим вот так и пробуем еще раз. То есть вот так и жмем только сейчас. Ну можно же, можно, давай. Оп. Кончилась скорость. Не, можно сделать. Все зависит от удачи. Раз, два. Ну, блин, вот видите, то мало, кто много. Еще раз. Потерялась скорость, значит надо на два. Ладно. Раз, два. Нет, надо было делать вот так. Раз. Ой, блин, а. Конструкцию можно поменять, но она, в принципе, и неплохая. Нет смысла просто так менять. Ну давай же, тютельку совсем. Вот.
Вот, все, первое дело мы сделали. Мы подобрали плюшку. А я не приеду до финиша. Приехал, молодец. Хорошо. Все, две звезды есть. Две звезды. О, боже, две звезды. Нам сейчас нужно сделать теперь отдельную историю. Просто доехать максимально быстро. Ну, вы знаете, что такое максимально быстро. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот, о чем я говорил. Ой. Так, ну-ка, если мы сделаем вот так и вот так. То есть, чтобы он не падал. Давай, не падай, детка, не падай. Во, во. О, смотрите. Я прошел, вы видели? Я немного другое рассчитывал, ну ладно, я прошел. Все, ну профессионал, сами понимаете. Фух, да, бомбито сеньорито. Что у нас здесь дано? Плюшка. И взрывчатка. Время. Опять, сначала подбираем плюшку, потом на время. Так это же изи. Ага, то есть здесь надо, поэтому надо ставить разные бутылки, да, чтобы скорость менять. Здесь будет сильный разгон. Очевидно, да, что здесь будет сильный разгон, она просто будет взлетать. А нам нужно, чтобы она потихонечку сюда вот падала. То есть нужно, чтобы перевес был взаду. Ой, извиняюсь. Так, попробуем тогда вот такую схему грандиозную. Я не знаю, что я делаю, что делают мои руки, я вообще не понимаю. Ну, хотя бы так попробуем для начала. Просто сначала изведуем территорию. Во! Во! Смотрите, другое дело. Не, нам нужна вот вообще одна баночка. Вот так вот попробуем. А, понятно, да. Смотрите, он перевешивает. То есть мы сделаем вот так и вот так. То есть одна банка в эту сторону, другая в эту, чтобы замедлить. Очень сильный склон. Вот видите, теперь... Теперь что? Ну ладно, еще раз. А может быть нам не нужно замедлять? Давайте посмотрим. Чуете, да? То есть здесь, наоборот, не хватает немного скорости. Поэтому машинку мы переставим вот сюда вот. Еще одна бутылка нам нужна, чтобы потом ускориться. Вот так вот, да. Нам далеко до финиша ехать. Сначала зелененькую. О, она сама едет. Не падай, пожалуйста. Давай, детка, бери, бери, бери. Да. Ладно, вот так. Не, миссия не сложная. Ладно, 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 ладно. Все, вы мне уговорили. Делаем вот так. Секретный способ. И вот так. В принципе, он сам кайф. Давайте посмотрим, что он делает. Он кайфится сам. А здесь уже можно придать ему. Почти, почти, Вася. Он еще раз. Ой, зря я сделал в начале. Хорошо, let's go. Сначала, да, нам нужно подобрать, потом будем на время пытаться. На время гораздо легче будет. Зачем я это сделал? Ах ты, блин, опять перевес. Поставим сюда, вот, поехали. Ладно, все, серьезно. Да что я делаю? У меня руки сами делают. Все, едем сначала. Потом немножечко даю ускорение, чтобы перепрыгнуть. Опа, а потом ускоряемся посильнее. О, я прошел. Смотрите. Все, молодец. Да, две плюшки есть. Я аж сам немножко не ожидал, но ладно. Не будем об этом говорить. Теперь, в принципе, давайте сделаем на скорость. Он, наверное, опять будет крутиться и вертеться, как я понимаю, правильно? Давай турбо. Сначала вот эту вот банку запускаем. Бу-у-у! Улетело. Давай, братюня, теперь супер торпеда. Не падай, пожалуйста. О! Ну, вообще изи, короче, все, удаляю игру. Слишком легкая. Все. Отлично, 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 отлично. Окей. Сейчас сделаем еще одну миссию. Я посмотрю, что у нас по времени. Ну, времени у нас уже много, потому что будем закругляться. Давайте выполним еще одну миссию и... Закругляемся. А где я вообще? А, вот он. Ох ты, как интересно. Что у нас за предметы? Что новое должно быть? ТНТ. На канале ТНТ! Я с первого раза прошел, как я понимаю, да? А, здесь нельзя пройти с первого раза. Понятно, да. Здесь надо, видите, два выстрела делать в любом случае. Ладно.
первый раз мы сделали. Кстати, обожаю ТНТ. Я имею в виду динамит. Вы не подумайте, ничего плохого. Динамит. ТНТ, правильно говорится. Так он слишком сильно взрывается, если мы уберем одну плюшечку. Пукс. А, ну да. Если мы поставим сюда. Ой, не смешно. Ладно, ладно. А у нас больше ничего нету, поставок нету, да? Интересно. Ха, вообще изи, короче. Слишком легко, ладно. Ну все, давайте мы сейчас на этом закончим. Мы обязательно пройдем всю игру. А почему бы и нет? Я считаю, что игра достойна. Ее интересно смотреть. Попробуйте и сами. Кстати, я забыл сказать, что игра платная. Но! Кое-кому это может не помешать, так сказать. Вы поняли намек. Ой, я прошел миссию. Блин, куда я зашел? Что делать? Все сломал? Ладно, так, я случайно нажал. Хорошо, давайте еще раз. Пау. Я уже прошел миссию, да, я нажал на рестарт. Давайте, давайте. И все. Сейчас будет следующая карта, и мы закончим. Когда я уже пройду эти карты-то, а? Ну, в любом случае, давайте прощаться. Ну ладно, давайте глянем, что у нас здесь, и все, и будем прощаться. Нельзя использовать моторчик. Значит, кто-то поставили его. Так, а где, подождите? А, о. Есть один ТНТ. Если вот так просто сделать тупо. Не хватает, да? Ой. Тогда вот так, вот так, вот так и вот так. Нет. Подождите. Бах! Ну нет! Тут один человечек он не хочет, да, одного человечка. О, а если мы сделаем вот так, интересно? Он будет выше стоять, по идее, правильно? Вот так. Блин. О! Ладно, все. Это будут у нас следующие выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.